Внимание! Пожарная тревога! Всем сотрудникам покинуть здание! Тревога учебная, проверка настоящая. Всю текущую неделю сотрудники Госпожнадзора инспектируют школы города, чтобы выяснить, готовы ли образовательные учреждения к началу нового учебного года. Пожарная сигнализация должна быть исправна. Внутренний водопровод функционален, система оповещения в порядке. Все огнетушители 17-го года перезарядки до 22-го года на 5 лет. Визуальный осмотр произвели. Так, пожарный кран соединено. Ну. Небольшие замечания есть в каждом учебном учреждении. 24-я школа областного центра – не исключение. Инспектор обнаружил отсутствие плафона в электрощитовой, велел исправить. Отметил, что необходимо заменить аккумуляторы в лампах пожарного освещения. Но в целом все в порядке. Самыми достаточно частыми замечаниями являются, то есть, либо не перезарядка огнетушителей, то есть, подходит к сроку, не перезаряжают. То есть, либо сигнал не выходит на диспетчерский пункт о сработке пожарной сигнализации. Данных нарушений сегодня не выявлено. Все огнетушители в этой школе перезаряжены. Первичные средства пожаротушения соответствуют требованиям. Проверили, выходит ли сигнал. Стрелец мониторинг, все, в принципе, у нас сигнал прошел. Эвакуационные выходы не захламлены, размеры их соответствуют требованиям. В каждом кабинете и в коридорах установлены огнетушители. Пользоваться ими в случае необходимости смогут только учителя. Обращаться умеют все, ученики прошли пожарный минимум. Здание школы старое, 1935 года постройки, отсюда дополнительные сложности. Хотя требования проверяющих едины для всех учебных учреждений, вне зависимости от их возраста. Нам их реализовать очень сложно, потому что здание очень старое, с деревянными перекрытиями. Но по возможности делаем все, чтобы школа была безопасной. Мы провели проверки. Систему вентиляции, систему оповещения, провели проверку кранов, пожарных кранов на водоотдачу. ЧП здесь еще не было, но и доводить до них не нужно. В этом году в 24-й школе будут обучаться 480 детей. Комиссия спасателей только начинает длинный путь проверок для директоров ивановских школ. К ним с инспекцией наведаются сотрудники Ростехнадзора, проверят компьютерную технику. Специалисты Роспотребнадзора выяснят техническое состояние кабинета. Столовой и чиновники городской администрации. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.